В эфире службы новостей «Саров-24» в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 62 миллиона на реализацию проекта «Умный Саров». Состоялось заседание планово-бюджетного комитета городской думы. День прощания со школой для выпускников Сарова прозвенел последний звонок. В нашем городе прошла акция «Ночь музеев». Какие сюрпризы подготовили для горожан выставочные площадки, библиотеки и музеи? Далее расскажем обо всем подробно. Исполнение бюджета города и использование бюджетных ассигнований резервного фонда обсудили депутаты на последнем заседании планово-бюджетного комитета. Также речь шла о корректировке главного финансового документа на этот год и плановый период 2022 и 2023 годов. В частности, на заседании подняли вопрос о выделении 62 миллионов на внедрение программно-аппаратного комплекса для реализации проекта «Умный Саров». Более 62 миллионов планируется направить из бюджета Сарова на мероприятия по внедрению цифровых решений для платформы «Умный город». Из них 17 миллионов должны пойти непосредственно из городского бюджета, остальные 45 миллионов – грант за победу в всероссийском конкурсе на лучшую муниципальную практику. Эти деньги Саров выиграл именно за проект «Умный город», но они не целевые. Тратить их на развитие этой платформы по условиям конкурса не обязательно. Поступили они, да, как дотация, как деньги свободные. Их можно расходовать на все, что угодно, как я понимаю. В «Умном Сарове» 49 модулей, которыми пользуются городские службы, но пользуемся мы ими бесплатно, а другие города, купившие продукт, за него заплатили. Чтобы узаконить пользование платформой, модули надо приобрести. Изначально речь шла только о 45 миллионах. Потом в процессе департамент образования обозначил проблему о том, что у них по требованиям безопасности должны оборудоваться все школы и детские сады видеокамерами. Поэтому вот в этих 45 миллионах появилась, естественно, определенная доля, порядка 14 миллионов, это видеокамеры сначала по школам, вот, там есть сегмент около 10 миллионов, это видеокамеры по городу. Техническая поддержка обойдется еще в миллион в год. Вся история с «Умным Саровым» весьма туманна. Разрабатывали его прототип 2 «Аякса», затем проект перешел к ТКС, акции которого принадлежат муниципалитету. Компания разрабатывала и развивала «Умный город». Сейчас исключительные права на продукт принадлежат АО «РИР». Наш бывший глава администрации Алексей Голубев с октября 2020 года работает в этой компании по направлению «Умный город». Напомним, ранее Алексей Викторович, будучи главой муниципалитета Сарова, неоднократно уезжал в командировки именно на презентацию проекта. Позиционировали его как уникальную саровскую разработку. Видеонаблюдение – это все замечательно. Да? Вопрос, почему компания РИР, взяв у нас отличный программный продукт, который они так успешно внедряют в других городах и регионах присутствия, да, не может за свой собственный счет подарить нам не исключительную лицензию на право пользования ее блоками. Да? Тем более, когда и ТКС занимался разработкой, потом РИР занимался этой разработкой, теперь там глава администрации наш бывший, они хотят сюда зайти с, значит, концессии Горводоканала, это же организация, между прочим, ее дочерняя структура. По мнению Петра Смирнова, в городе много других нерешенных проблем. Внедрение видеонаблюдения не закроет полностью вопрос безопасности в детских учреждениях. Сбор проблем на «Умном Сарове» не сделает наш город чище, светлее и комфортнее в целом. У нас не появятся новые дороги и спортивные площадки. У нас нет денег на то, чтобы асфальт в детских садиках отремонтировать, а мы тут про «Умный Саров» рассуждаем. У нас вот есть муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр», который площадку свою уже, я не знаю, кому-то не сходило, не попросило эту площадку, уже последняя у них, как говорится, возможность, да? Бюджетное учреждение, у которого нет денег построить площадку спортивную, для, в том числе для детей инвалидов, которые в этом молодежном центре занимаются. И школа номер 5, где тут депутат от школы номер 5, который ходил и говорил, как бы нам эту нашу спортивную площадку в школе сделать. У нас у города нет денег, чтобы в бюджетных учреждениях построить нормальную инфраструктуру. Этот вопрос депутаты решили обсудить на профильном комитете, запросив техническое задание на закупку модулей и документы, касающиеся разработок, которые в отношении «Умного города» вела ТКС. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». Для выпускников Сарова прозвенел последний звонок. В этом году мероприятия прошли в очном формате с соблюдением требований Роспотребнадзора. На праздничном концерте в 10-й школе побывала и наша съемочная группа. В 10-й школе для 11-го класса последний день учебного года был торжественным и волнительным. Ребят встречали аплодисментами и объявлением их достижений в науке, спорте и творчестве. В праздничном концерте – трогательное исполнение песен учениками и их родителями, поздравления от первоклассников и педагогов, последний вальс и последний школьный звонок. В этот день никто не смог сдержать слез грусти и радости. Это смешанные чувства. Это и немножко волнение.
волнение, и слезы, и радость за него, за его одноклассников. Конечно, понимаешь, что это очередная ступенька в его жизни, в нашей. То есть, ну, хочется пожелать ему удачи, успехов, всем ребятам всего самого хорошего, чтобы мечты их сбылись. Слова благодарности прозвучали в адрес директора школы, учителей и всех, кто был рядом на протяжении 11 лет. Во время пандемии поддержка была особенно ценна и важна. Спасибо директору. Она старалась. В пандемии мы замечательно прошли этот сложный период. Нас поддерживали учителя, не давали нам расслабляться, и родителям, и ученикам. Поэтому мы собрались. И у нас все хорошо, у нас все дети замечательные, все олимпиадники. Классный руководитель, как никто другой, знает своих ребят. Именно под ее надежным крылом они выросли и добились высот. Мы сегодня выпустили необыкновенный, очень трудоспособный, очень талантливый класс. И, естественно, чувства такие очень смешанные. И ребятам хочется пожелать самого-самого лучшего. Последний звонок вызвал разные чувства у самих учеников. Никто не остался равнодушным к такому важному дню в своей жизни. Сегодня очень грустно, но одновременно радостно, потому что это новая ступенька в мою взрослую жизнь. Грустно, но, с другой стороны, радостно, то, что закончились уроки, покидаем школу. Вот. Впереди будет еще сложнее, наверное. Вот. Ну и дальше зависит все от нас. Очень грустно, печально расставаться с учителями, которые, в принципе, были с нами большую часть нашей жизни, учили нас читать, писать. Это очень тяжело, грустно. Я буду очень скучать по школе. Выпускники полны надежд и планов на будущую жизнь. Впереди у них сложная пора – сдача экзаменов и поступление в ВУЗ. 31 мая, в День российской адвокатуры, в Сарове пройдут бесплатные юридические консультации для льготников. Прием будет проходить по предварительной записи на улице Пионерской, 20А, кабинет номер 4, с 9:00 до 13:00. Телефон для записи 7-98-88. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Министерство просвещения разработало проект постановления правительства, который предусматривает ежемесячные федеральные выплаты в 5000 рублей кураторам групп в колледжах. По расчетам ведомства, ежемесячные выплаты за классное руководство необходимо обеспечить кураторам 105 065 бюджетных учебных групп. На это потребуется более 9,5 миллиардов рублей в год. Напомним, ежемесячные выплаты за классное руководство сейчас получают учителя общеобразовательных школ. Выплаты кураторам групп в колледжах планируют вести с 1 сентября. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о вручении Конституции Российской Федерации при получении первого российского паспорта. Решение принято по поручению президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кабмина. Нововведение вступает в силу с 1 июля. В правительстве таким образом планируют повысить уровень патриотического воспитания, а также привить молодым россиянам уважение к российскому законодательству и государственной символике. С 21 мая в Сарове введен запрет на посещение лесов в связи с повышенной опасностью пожаров. Соответствующим постановлением администрации города гражданам запрещено посещать леса как пешком, так и на автотранспорте. Также категорически запрещено разжигание на территории лесов костров, в том числе приготовление еды на углях. Городское лесничество в ближайшее время установит на въездах шлагбаумы и вывесит аншлаги. Соблюдение запрета будут контролировать специальные патрули. Нарушителей привлекут к административной ответственности. Более подробную информацию можно получить по телефону 74150. В рамках первенства Нижегородской области по футболу среди мужских команд первой лиги футбольный клуб «Саров» на выезде одержал победу над командой «Сокол» из Сокольского со счетом 0-1. После четвертого тура саровчане занимают 9-е место в таблице. Следующую игру ФК «Саров» проведет дома с командой «Семенова» 30 мая. Мошенники продолжают обманывать доверчивых горожан. Саровчанка перевела более 93 тысяч рублей злоумышленникам, которые представились сотрудниками банка. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже.
Статистика по мошенничеству в банковской системе и со счетами остается стабильной. Злоумышленники продолжают пользоваться доверием граждан. Так, на прошедшей неделе неизвестный ввел в заблуждение женщину. По телефону он представился специалистом по межбанковским переводам и убедил сделать дублирующую заявку на кредит. Саровчанка, естественно, оформила через онлайн-приложение банк кредит на сумму более 250 тысяч рублей, а затем посредством данного приложения перевела денежные средства злоумышленникам в размере чуть более 93 тысяч рублей. Весенний летний сезон все чаще воруют велосипеды. Сотрудники правопорядка напоминают еще раз о мерах профилактики угона и кражи двухколесного транспорта. Велосипеды лучше, конечно, ставить в квартиры, либо это в гаражные помещения, которая закрывается. Если это лестничные клетки позволяют, где оставить велосипед, то пристегивать противогоночным тросом. Всего было зарегистрировано 9 ДТП с материальным ущербом и 1 ДТП с пострадавшим. На Южном шоссе около третьего завода автомобиль Kia столкнулся с машиной Volkswagen. В результате ДТП водитель автомашины Kia Picanto получил телесные повреждения в виде ушиба правого тазобедренного сустава и ушиба грудной клетки. После осмотра врачом приемного отделения была отпущена домой. Ушиб грудной клетки, я так понимаю, что вот пристегнут времени. Следствие устанавливает степень вины каждого участника ДТП. В Сарове прошла акция «Ночь музеев». Программы для посетителей подготовили городской музей, художественная галерея, музей народной игрушки, военно-историческое общество 1945 и библиотека имени Маяковского. Подробности в следующем репортаже. Последние 5 лет «Ночь в музее народной игрушки» открывает выпускной подготовительной группы «Дыши номер 2» «Подсолнухи». Воспитанников поздравляют учителя и родители, а дети показывают, чему они научились за этот год. Серьезный документ. Его уже нужно настоящую папку убирать. Для выпускников провели мастер-класс по изготовлению традиционной тряпичной куклы «Бабочки». Продолжил «Ночь в музее» открытие выставки с символичным названием «Уронили мишку на пол». Название не случайное, потому что все равно его не брошу, потому что он хороший. И так приятно, когда игрушки детства, давнего уже для многих детства, очень бережно хранятся в семье, передаются действительно по наследству, как совсем-совсем немногие игрушки сейчас. На выставке представлены игрушки конца 40-х, начала 90-х годов прошлого века. Куклы из папье-маше, прессованных опилок, целлулоида, педальные машины, оптический конструктор и многое другое. Нам очень понравилось. Мы вообще здесь первый раз, поэтому приятно посмотреть на старые игрушки. Также посетители акции смогли увидеть диафильмы, послушать грампластинки, смастерить игрушку, жужжалку из пуговицы. Всего в эту ночь музей посетили около 100 гостей. Одним из самых ярких событий ночи в художественной галерее стало открытие выставки «Человек и кошка» Александры Марковой-Ерошек. По профессии Александра – инженер-исследователь, по призванию – художник. Чтобы стать художником, недостаточно научиться рисовать. Это процесс очень сложной внутренней работы над собой. Да? И как минимум это должно быть нужно человеку. Вот когда есть вот эта необходимость, а у меня как раз эта необходимость была. «Человек и кошка» – первая большая персональная выставка Александры в художественной галерее. На ней представлены более 90 работ. В картинах художницы сочетаются элементы плаката, дизайна, фотографии, наивного направления в искусстве и программирования. Я не работала целенаправленно ни в одном из направлений, когда начала работать над своим стилем. Это смесь. Это смесь того, что мне нравится. Взрослые посетители наблюдали за творческой мастерской, а дети приняли участие в мастер-классах. Они расписывали фигурки кошек, делали аппликации чудо-деревьев и котов под луной, создавали цветочные композиции из бумаги. Этот мастер-класс я выбрала, потому что люблю очень рисовать и люблю очень котов. Детям очень понравилось. Очень заинтересовало. Очень необычно. Не просто аппликации, а вот с разными фактурами. Несмотря на пандемические ограничения, зрители получили заряд хорошего настроения.
И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.